Всем привет, с вами Александр Сачков, и в этом видеоролике я играю в Warface и открываю коробки с золотым АКС-47 Warbox. Это наш, я не знаю какая часть, так как я обычно открываю Дигл, я решил открыть, ну, парочку коробок с АК-47. Возможно, мне там выпадет что-то золотое, возможно, нет. Но я придумал такую тактику, открою по одной коробке, и я не знаю, что у меня из этого выйдет. Я вот накопил 527 тысяч, 357 варбаксов. Я играл очень долго. Я как раз зашел на свой первый аккаунт. Я его рекламировать никогда не буду, нет. Я всегда рекламирую только второй аккаунт AlexNubas000. Первый аккаунт, я там ничего не рекламирую. Это просто мой аккаунт, где я играю. И я сейчас играю с него, поэтому мы сегодня будем открывать коробки. На этом мне всегда аккаунте везет. Так, я покупаю одну коробку. Это моя тактика. Так, выпадает коробка. Я открываю ее, и там... Так, как? Так. С первой коробки? Офигеть. Офигеть. Офигеть, ребят, мне выпало. Золотой АК-47 мне выпал. Такого не может быть. Не может быть. Блин. Все. Я ухожу отсюда, все.